вратарь. У него сегодня дебют, так же, как и у 22-летнего финского защитника Отто Лескинена, который сегодня с Кайлом Флори составляет третью пару защитников. Ну и вот Монреаль в атаке. Темп игры не очень высокий. Пока, и это, наверное, тоже в пользу Canadiens. Но пока вот еще, пока Колорадо мы видим только в обороне. Ну и Монреаль так, в общем, поддавливает. Ой-ой-ой, кто-то там очень нехорошо упал. Да, в углу площадки попал под силовой прием. Котканиеми, финский центральный нападающий. Яспери Котканиеми. Подозреваю, что не без Задорова. Только я хотел сказать, обошлось, ну... Как же без него? Не обошлось без Задорова. Да. Ну, причем без нарушения, что любопытно. Сейчас будем смотреть повторы. Запасе. Да, ну и вот вы видите, да, как тяжело поднимается Лескин. Я думаю, что этот матч для него закончен. Он в нокдауне находится. Упал он очень неприятно на шею. И вот такое вот тяжелое падение. При том, что действительно Задоров без прыжка просто всей своей вот этой мощью двухметровой просто врезался, так что называется, почти мельницу сделал. Фу, ну, дай бог здоровья. Да, дай бог здоровья.